have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, с ноги врываемся в 16-ю серию. Очень странно, потому что меня загрузило здесь, возле этого лифта. Видимо, прошло какое-то автосохранение. Секундочку, быстрый брифинг по патронам. Чего у меня нет, чего у меня нет, у меня нет ничего. Так, хорошо, на катер у меня 11 патронов, надо будет еще поднакопить. Хорошая штука, но мало. Вообще это лучшее, что у меня сейчас есть, потому что оно более всего прокачано, но хорошо. Так, клиренс, блин, мне надо бы как-то... А что? Кстати, знаете что? Не знаете, вот не знаете. А там клиренс какой нужен был в ту комнату? Tool storage. А, мастер клиренс, точно. Так, Digging Deeper. No access. It's probably somewhere in engineering. Finds chief rigging. You're not authorized. Так, хорошо. Ты не авторизирован. Scan tissue samples. Samples это где-то в medical, да? Я побочки вообще не делаю. Я только сейчас вообще пронесу, что не существует. Mining's deck. Nicole wanted to help Dr. Kine to find the connection between the outbreak and the market. She thought Kine was somewhere in the mining deck. Хорошо, значит, найти убежище Кайна, просканировать образец ткани из от охотника этого Мерсера. Ну да. Это Мерсер, когда на нас натравил регенератора. Мне нужно узнать больше. И... Блин, а секундочку. Знаете что? Это где-то в инжиниринг? Так, track the objective. Это мне куда-то жестко назад? Или туда? Туда же. Elevator to mining operation system. Так, нет, знаете что? Раз уж мы идем вперед, вперед я пойду на главном квесте. Активировать запускные трубы. Так, вперед я пойду на главном квесте. Если я там что-то еще где-то поищу. Если еще поищу. Если я найду, то я уже гляну. Так, хорошо. Так, что-то там странное происходит. Ну, давайте. Deck processing. Deck maintenance. Так. А по квесту мне куда? Если я возьму второстепенный. В самый низ. Ну, поехали в maintenance тогда. Попробуем один раз выполнить сайт-квест, посмотрим, как оно пойдет и с чего оно мне будет стоить. Я пока не особо уверен, что... У меня, кстати, довольно много огнемета. Да, конечно же, malfunction. Там что-то булькает. Я автоматически просто лезвие врубил, потому что... Свали от меня. Все? Мы договорились? Офигенно, спасибо. То есть оно сработало, чисто сбросить на меня трех монстров. Можно узнать, на каком я сейчас этаже, что вообще происходит, не?
Отлично. Сколько у меня осталось? 5 лезвий, хорошо. Ну тут лезвие прям идеально, потому что, по крайней мере, против таких монстров, которые на меня падают. О, я могу их клешни открывать? Надо будет попробовать. А головы могу? Нет, могу только тушки. Deck maintenance, отлично. Как бы откройте. А в чем проблема? А почему локт? Danger authorized personal only. Так, а... Блин, игра, иди к черту. То есть, ну просто вот серьезно берешь, разворачиваешься и идешь к черту. Ну нафига? То есть, знаете, в чем прикол? Вон написано, допустим... На вот этом вот. No access. Туда невозможно попасть. Station Bridge. Окей, игра заранее предупреждает. Почему вот это вот подсвечивается, что сюда можно? Ой, блин, это бред какой-то. Ладно, поехали на один этаж выше. Зачем я тогда сюда приехал? То есть игра мне утверждает, что сюда можно. Я приезжаю и такая... Не-не-не-не-не, я пошутил. Сюда нельзя. Сюда мне теперь? Ну, давай. Вот, видите, сюда можно, потому что оно открылось и нормально все. Human stay out. Вот тут у нас... Вон там у нас. Ну офигенно. Давай вот это возьми. Ага. 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 Вот это я хотел. Спасибо, чуваки. Спасибо, я понял. Я понял. Баллончик можно? Так, сзади ко мне уже точно не придут. А чё, тут один луч остался? Интересные у вас тут дела. Извини, чувак. Честно, извини. То есть мне теперь с этим ящичком передвигаться. Ну ползи, ползи уже. Спасибо. Красота. А вот там бенч есть. А как туда попасть? Ладно, подожди. Есть магазин. В магазине. Продать я ничего не могу. Но, на самом деле нет. Сколько у меня нодов? Нодов у меня вообще нету. Офигенно. А бенч мне тогда тоже, получается, не нужен.
аптечки. Где нафиг? Но оно собиралось тут попревращать всех, оно мне не надо. Есть баллончик, тут есть моторчик, тут есть много чего, ну, в смысле батарейка. Вот бенч. Читайте, тут, короче, журнал вот этого чувачка, чувачков или чувачка, которые тут были. Так. Что-то интересное. К элеватору, к лифтам. Ну, на бенч мне, получается, идти незачем абсолютно. Сказал я, заходя на бенч. Потому что мне нету нодов. Это печально. Так, а что по костюмчику? По костюмчику у меня осталось две. Пока я не найду новый. Плазмокатор у нас офигенно раскачан. Но, опять же... Так... Rate of Fire, кстати, можно качнуть дважды и прийти сюда. Ой, вот это, кстати, очень крутая штука. Прожигает урон. Вот, мне надо сюда. Следующие три этих я качаю на пульс. Ой, не на пульс, не райфл, а на... Ну нафига ты так делаешь? Ну нафига? Даже не смешно уже. Сколько у меня их осталось? Две пилы осталось. Давайте поменяем на огнемет, наверное. Или же... Да, давайте менять на огнемет. Сколько у меня швабры? Давайте я, наверное, крутую пушку поменяю на швабру. Может, крутой пушкой я еще буду потом пользоваться. Так, это у меня огнемет. Четвертый у меня швабра. Давайте сразу перезаряжу. Это будет моя крутая пушка сейчас. Давайте смотреть карту. Куда мне пойти? Так, там заперто, но типа туда можно. Моя цель там все-таки. То есть мне нужно будет пройти через эти. Тут заперто, там заперто. Мне нужно будет вернуть. Извините, через что я там должен пройти? Давайте сохранимся. Я не против. Новые сохранешечки. Кушать не просят. Так, вставить батарейку в куда? Тут ли... А, вон в туда, я понял. Лифт запитали. А, тогда я бы на самом деле сходил бы сейчас вон туда еще. Погодите, а тут была проломанная вентиляция? Почему она проломанная? Не то. Отлично, на плазмокатор. Ор сторидж закрыто. А мне бы туда сходить на самом деле. Ну хорошо, надеюсь, мы что-то потом где-то пооткрываем. Все это пока что максимально подозрительно выглядит. Много закрытых локаций. Мы, по крайней мере, запитали лифт. На том спасибо. Так. Ну поехали.
Чем угодно приедем, только не лицом. Ага. Музыка мне сказала, да, но... Это было уже поздно. Так, ладно. Третий уровень допуска. Супер. Может, я его получу все-таки когда-то. Майнинг контрол. Дружище. Тебя мы давим. Креды. Так, тут у меня будет, видимо, какой-то файт, потому что есть стазисы. Много. Есть. Так, вы какого уровня? Третьего. Ну, отлично. Просто суперски. Есть вон вентиляция. Спасибо вам огромное. Одна. А, две, конечно же. Ну вы чё? Ну, в смысле, одна. Мина. О, здрасте. Текстлог. Эйдала, супервайзер. Читайте, ребят, если что, я потом тоже пытаюсь на паузе это все дочитывать. Вторая мина. Ага. Finally getting somewhere with the mining duct system. Uh-huh. Got the SOS beacon? No, and the launch tubes are sealed. I need a deck administrator's rig to get them open. The deck admin is Supervisor Dallas. He's on the processing subdeck. I've got rig activity for a Jacob Temple 2 maintenance subdeck. Maybe he left the SOS beacon there. Just hope you can reach it through these malfunctions. Not malfunctions. Traps. The miner's way of holding the line. Shit. Okay, I'll unlock the subdecks. Just make sure that beacon's not wired to anything. Что, получается зря? Получается зря. Сейчас я подбираю второй, и они на меня вылазят, да? Я так и не оценил до конца эту воздушную пушку. Так, а что у нас по карте получилось? Level 3. На лифт обратно. А, аж на тот лифт. Я понял. Мне сейчас откроют нижний этаж, наконец, на который я должен ехать. Ну, вылазь. Почему-то я стал с карты консультироваться именно вот так. Оно не так неудобно. Ну-ка, М. Да, ну короче, пока загрузится, пока покажут. Если я сохранюсь, меня не убьет. Тут, в общем, я открыл такую отвратительную возможность этой игры, что тебя могут атаковать, когда ты находишься там, например, в крафте или что-то такое. То есть игре абсолютно пофиг в этом случае. Сколько у меня сейчас денег? Опять я там подобрал? А, 7100. Окей. А на обратном пути мы, возможно, затем купим нод. Это каждый раз переставлять придется. Офигенно. Надо найти третий ящик. Okay.
Звучок я уже послушал. А, нет, выше. Не ниже, а выше. Ну, хорошо, допустим. Два заряда я на него потратил. А у меня был только один в запасе. Это печаль. Да-да-да, голоса, все дела, все хорошо. Hey, Liz, it's Jacob. I couldn't reach you. If you find this, I'm off deck, but I'll be right back. I got a call from another survivor. It sounded terrified. Это Temple, да? Best launch window is not for a while. Anyway, and he sounds like he's worth the risk. He's a doctor. Mercer, I think. Ага, он пошел искать Мерсера. Вот, кстати, это та пушка. Мы с него эту пушку сняли, получается. Пожалуйста, спасибо. Так, тут у нас ничего не осталось. Это было твое, видимо, место работы. Ладно. Нам туда. Safety begins with teamwork. Можно сюда их? Куда? Давайте я вот эту штуку похожу немножечко. Я не могу до конца от нее пользу оценить. Такое ощущение, что тут кто-то есть. Ну, тут всегда кто-то есть. Гребаные бесконечные коридоры. Хорош орать там. Вообще. Хватит меня харкать. Ну, то есть к этим засадам никогда нельзя быть готовым, серьезно. Ну вот что я ему должен сделать? Он мне одну аптечку дал, спасибо. А эта штука, она, не знаю, мне показалась не особо эффективной. Давай-ка я... Где четверка? Кредиты, да? Тут ничего делать не надо. Похожу, наверное, со шваброй, потому что это единственное, что их хоть как-то тут убивает.
Вот тут сохраняшка есть. Почта. Security request retrieved. Dallas here. Security to the mining deck now. Dr. Kynes lost it. Get back! I know how to use this. He'll live for the rest of his life if you don't give me code to the cargo bay. This is processing. Why the hell would we have codes for cargo? I must get to the marker. We're running out of time. Give me those codes. Christ, is this what you did to the captain? No, no, Ben was an accident. Don't you dare compare me to someone like Mercer. I'm trying to save you. The marker's our only hope. No, let him go. He's on. Where the fuck is security? Я мог пройти сюда, мог пройти туда. Я пошел по длинному пути. Мне еще и по щам надавали. На самом деле я сейчас сохранюсь. Если меня прибьют, я по крайней мере начну со свежими жизнями. Хоть на этом спасибо. Ну иди сюда, ну чё, вот эта вот фигня постоянная, ну со спины, ну как же это заколупало, причем ну от этих атак не убежишь. Это явно военный какой-то. По ногам было стрелять ошибкой, я этого потом уже понял, потратил сколько, 2-3 патрона на это. Печалька. Да ударь ты его! Ногой ударь его! Я подхожу, блин, оно перезаряжается. Пока перезаряжается, он ногой не бьет вообще. Мне 5 патронов на этой штуке осталось. Офигеть, как... Так, что мне по деньгам? Денег нету, да, наверное? 8500. Кстати! 8500, ну-ка... А что если... Так... Мне нужно не так много. Что если бы я продал... Погодите, это может... Чуть-чуть не хватает. Ладно, посмотрим. Я... Ну, даже если я сейчас куплю нод, я не смогу сразу же использовать. Так, третий левел, понятно. Там летать придется или что? Что здесь происходит? Я обжегся? Отлично. Так, тут Zero Gravity, но по крайней мере я могу дышать. Что вы от меня хотите? Fine, так, мне видимо туда. Четыре аномалии. Ага. Нет, я думал, что мне надо взрывать вот эти фиговины. Да залетишь ты. Вот это реально здесь бесит. Вот прям вот реально, прям вот бесит. Еще раз. Cannot restore gravity. Что надо найти? Админский риг. Ага, админский риг. Я как-то внизу пролететь могу или что-то? А тут у меня вообще патронов нет. Кстати, знаете что? Давайте... Поставлю катер. Одна обойма у меня на него есть. Две вентиляции есть, отлично. Отсюда эти утырочки полезут. Взлетит и.
И тут тоже есть вентиляция. Чему я несказанно просто рад. Контрол. Сюда я зайти не могу. А где тогда, позвольте, я должен его из... Тут тоже дают потрошки. Ага. И там есть вентиляция. Куда-то сюда. Нет, там пролета нету. Я сейчас заблужусь нафиг, да? Это будет весело. Так. Я должен быть вот так. Все, я наконец-то понял. А где я его должен найти? Это где-то здесь, где-то не здесь. Ага, вот, все, я понял, что мне надо делать. Три аномалии, вот, все, я понял. Я думал, что их надо взрывать баллонами. То есть мое первоначальное предположение оказалось, ну, правильным практически. Получается, мне вот этот вот нужно оставить напоследок, чтобы просто отсюда его рвануть и свалить. Вылазим. Конечно, повылазили. Лет от меня. Так, захилились. Хорошо. Ну, понятно, что они повылазят. Да, это было, в принципе, очевидно. Я же вам еще показывал. Зарядить мне это нечем. Чего мне... Сколько у меня осталось? Один патрон на нем. То есть, чисто на один раз подстрелять вытащил. Блин, с патронами прям реально трындец. Да, успокойся. Так, перезарядка, это у нас полная, хорошо. Все, пойдем сюда. Сколько у меня на швабре осталось? 5 патронов. Ну, давайте. С ним пока походим. Да почему ж, блин, это так бесит на самом деле. Сзади? Ага, конечно, сзади. Ладно, сейчас я вам расскажу, что именно бесит в этой ситуации. Почему я попытался, типа, ударить? Смотрите. Из-за того, что все подрассчитано под консоли, многие кнопки взаимозаменяют. То есть вот так вот это удар, а вот так вот это уже выстрел. F,
это аптечка, но вот так F, это уже притянуть к себе. У меня достаточно кнопок, дайте мне, пожалуйста. Фишка в том, что я хотел стрельнуть, ну типа от бедра, не целясь. Вот, но из-за этого ударил. Вот этот огнемет, его в принципе фиг найдешь, когда оно неудобно расположено. Так, мне не сюда, а куда мне? А, мне в принципе туда. Там есть, а, там есть куда пройти, ну хорошо, пойдем. Я подошел. По рукам. Сзади нету. Просто пакса за них дают. Так, эту пушку надо мне. Спасибо, менюшка. Супер удобная менюшка, блин. Почему я... Ладно, забейте. Почему я еще чему-то удивляюсь? Что мне приходится вот так вот это все делать. Спасибо. Самые три пикселя остались. Самые красивые, да, показатели. Ну, вон то, что мне надо. Но я подойти должен, да? Отлично. Я брать не буду, потому что скрипт сработает. Вот, от, вот тут есть текстовый или это? Ну-ка. Supervisor Dallas. Ага. Final log. I've made sure they can't leave this subdeck. But neither can I. Они не могут уйти, но не могу и я. To the bodies. What they become. And I cannot. Let that happen to me. At least if I don't have any limbs, and I can't kill anyone when I'm infected. Если у меня не будет конечностей, я сам не смогу никого Please. Убить. Tell Dawn and the kids that I love them. Он просто подпилял себе руки, ноги для того, чтобы у него не осталось конечностей. Security наконец-то допуск мне третий левел дали. То есть остался максимальный. Ну и где? Ну блин, ну нафига вот так вот? Отвратительно. Ну зачем? Ну то есть это не страшно, ничего. Это уже просто тупо. Наверх. Опять выход через вот это говно сейчас, да? Давайте сохраняемся. Не знаю, чем дальше я в это все играю, тем больше оно меня начинает бесить. Я даже не знаю. Но это... Да. Но это реально не фаново. Оно... Не то чтобы какой-то саспенс, не то чтобы что-то интересное творилось. Все повторяется всегда по одному и тому же сценарию. Кромешная темнота. Ничего не разглядеть, ничего не видно. Всегда на тебя выкидывают 3-4 монстра, обязательно какой-то добегает, обязательно тебя какой-то ударит. И, ну, то есть, стазисом их каждый раз не назамораживаешься. Хотя я его прокачал уже немножечко.
Ну, то есть, всю игру, это уже какая серия, всю игру происходит все по одинаковому сюжету, по одинаковому сценарию. То есть, геймплей не меняется абсолютно никак. На тебе темный коридор, на тебе кучу монстров, обязательно кто-то придет сзади. Обязательно кто-то выпрыгнет на тебя, быстро побежит, или же, ну, то есть, геймплей как таковой не меняется. Да, дали кучу пушек, но, во-первых, на них постоянно нету патронов, во-вторых, они все как-то, в общем-то, не в тему, все не прокачаешь, те, которые прокачаны, заканчиваются чрезвычайно быстро, те, которые не прокачаны, заканчиваются еще быстрее, потому что они малоэффективны, у тебя просто на них уходят патроны, потому что они не прокачаны, и тебе приходится тратить больше патронов. Короче, не знаю... Пока что это все выглядит крайне сомнительно. Все, ребятушки, на этом будем серию заканчивать, потом пойдем... По крайней мере, мы получили допуск 3-го левела, потом пойдем уже... Я очень сомневаюсь, что я пойду по каким-то допам, но ладно. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем лучших, всем покеда.